15 октября в Донецком государственном академическом театре оперы и балета народный артист СССР и Донецкой Народной Республики Иосиф Кобзон в день закрытия фестиваля «Звезды мирового балета» выступил с очередным концертом для жителей столицы. В зале собрались сотни любителей искусства народного артиста, в том числе и глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Все билеты были распроданы за неделю. Концерт продолжался 1,5 часа без перерыва. Аккомпанировал ему пианист-виртуоз, народный артист России Алексей Евсюков. Иосиф Кобзон исполнил около 30 песен, среди которых знаменитые «День Победы», «Спят курганы темные», «Слався шахтеров племя» и другие произведения. Сергей Михайлов, специально для Новороссия ТВ.